В селе Потудань Староскольского округа в скором времени будет построен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн отслужил торжественный молебен, посвященный закладке первого камня будущей церкви. Благословляется, освящается знамение сей крестной благодати Пресвятого Духа, окропление воды сей священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Село Потудань известно своим святым источником и часовней в честь святителя Николая. А вот храма здесь не помнят даже старожилы. По архивным документам, когда-то еще до войны он все-таки существовал, был деревянным. Новый же будет кирпичным, высотой более 20 метров, вместимостью 120 человек. Строительство храма будет осуществлять компания «Славянка». Сроки кратчайшие. По словам строителей, новый храм в селе Потудань откроет свои двери уже летом следующего года.